Нель, как оценишь подготовку? Мало времени было, тем не менее. Нам хватило этого времени для подготовки к этому матчу. Нам все объяснили, все рассказали, поэтому осталось только выйти и выиграть. Первый матч закончился со счетом 2-0, хотя моментов было гораздо больше, на мой взгляд. Что помешало выиграть крупнее тогда? Ну, соперник играл от обороны. Вообще всегда оборону тяжело вскрывать. И сейчас мы разобрали эти моменты и, соответственно, будем придумывать другую тактику игры. И я думаю, что в этом матче мы должны забить больше двух. Как ты думаешь, может ли ветер помешать или, наоборот, может он помочь? В любом случае, любые погодные условия, они тяжелые для обеих команд. Ну, возможно, нам это даже на руку. Есть уже хоть какие-то небольшие мысли о Дании или все мысли только о ближайшей встрече? Нет, сначала хочется завершить здесь начатое. Вот, и уже потом разбирать и думать о Дании. Эта игра не менее важная, чем Дания. В голове сидит мысль, что осталось всего две игры и все, потом отпуск? Ну, нет, пока об этом не думается. Все-таки все равно концентрация идет здесь, здесь и сейчас, а уже потом мы будем думать об остальном. То есть настрой боевой? Настрой боевой. Отлично, спасибо.